Новое поколение, давшее миру новую технологию, заслуживает уважения. Так считает глава комиссии по срочной биржевой торговле США CFTC Кристофер Джанкарло. Он отметил большой потенциал блокчейн-технологий для развития экономического сектора. Об этом было сказано на слушаниях в Комитете Сената по надзору за банковской деятельностью. Джей Клейтон, глава комиссии по ценным бумагам и биржам США, отметил важность технологии блокчейн для верификации данных и создания распределенных систем хранения. В комиссиях признали, что инновационная технология была бы невозможна без биткоина и других криптовалют.